Селекционно-семеноводческая фирма «Гавриш» представляет цинию сорта «Монарх». Это неприхотливое однолетнее растение семейства сложноцветных. Высотой достигает 90 см. В соцветии у него крупные, до 15 см в диаметре. Махровые, карминно-красного цвета. Сидят они на прямых прочных стеблях. Цветение обильное и продолжительное с июня и до заморозков. Каждый цветок держится на растении до 35 дней. Цинии светолюбивы, засухоустойчивы и теплолюбивы. Также они боятся заморозков. В срезке долго сохраняют декоративное качество и краски. Используются в основном для озеленения. Номер партии 29086. Количество семян в упаковке 0,3 грамма. Вот так выглядит 0,3 грамма семян данного сорта.